Состоялось расширенное заседание депутатской фракции партии «Нур Отан» в Тарасском городском Маслихате. На совещании приняли участие аким города Ержан Жылкыбаев, члены партии, а также ветераны. В ходе расширенного заседания партии «Нур Отан» затрагивалась тема исполнения дорожной карты по реализации предвыборной программы в городе Тарас. Ветераны рассказали о нерешенных вопросах в Таразе. Глава города пообещал, что эти и другие вопросы в скором времени найдут свои ответы. Исполняется 30 лет независимости нашей Родины. Надо делать все для благополучия наших граждан. Поэтому и нужно выполнять предвыборные программы партии и программы Ельбасы.